Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. Так, давайте-ка откроем с вами сундучок, посмотрим, что из него выпадет нам. Так, ну-ка, понеслась. Катана отшельника, легкие камы, робо молчания и деньги. Так, ну это мы смотреть с вами не будем. Замечательно. Так, давайте-ка я выберу свою фракцию. Ребята, я же играл всегда за династию, блин. Вестников я так, по ошибочке поставил себе. Так, задание. Ну, здесь у нас ничего не выполнено, поэтому закрываем. Ух, так, экипировка. А что у нас можно поставить, ребята? Давайте-ка мы, наверное, возьмем свою уникальную глефу. И знаете что, наверное, поменяем шлем. Да, будет по-дурацки, конечно, все это выглядеть, но так оно будет лучше, поверьте мне, ребят. Некрасиво, но я думаю, что будет лучше все-таки. Так. Ну что, ребята, в принципе, можно и отправляться. Погоди-ка секунду. В магазин сейчас зайдем, глянем кое-что. А тут ничего и нету, ребята. Я думал, что-то может обновилось, откатилось. Нет, все по-старому. Хорошо, ладно. Поехали, ребята, глава 6. Легко. Арестуй Дэн Рао. Мечты об империи. Лады. Так, и кто у нас тут? Давай, выходи, подлец. Не скрывайся. Раунд первый. А, Дэн Рао. Ха-ха. Опять ты, только не сейчас. Да нет, родной, именно сейчас. Ой, слушайте, ребята, он, по-моему, он будет здесь со сумком. Блин, как мне непривычно ходить в тяжелой броне. Нету моих ударов, козырных подсечек и так далее, да? Ну что, ребята, теневой удар у меня накопился. Будем применять или и так зашибем его, а? Тихо, тихо. Ого. Разбуянился. Да, давненько мы с этим Дэн Рао не встречались, ребята. Опс. На-ка, получи. Ну, готов, охламон. Это же, по-моему, если не ошибаюсь, самый первый босс вообще в Shadow Fight 3. По-моему, так, да? Ладно, раунд 2. Ну давай, иди сюда. Снова на побегушках у Легиона? Нет. Никаких побегушек. Я сам за себя. Так. Слушайте, пробитие брони, ребята, у меня активировано. Ай, кончилось уже. Ладно, ничего страшного. Бэнь. И тройной выпад. Естественно, ребята, все будем тройным выпадом. Спамить, так спамить по полной программе. Тихо. Не дергайся. Ай, выпрыгнул, ребята, он. Зря, конечно, он это сделал. А мы продолжаем, ребята, разговор. Опс. Блин, ну как же действительно мне неудобно, ребят. Потому что я привык. Тихо, оп. Это что он такое сейчас сделал? Что он там? Блин, да ты... Вот юркая скотина, а? Ядрен батон, а? Но урон, ребята, опять же, он наносит минимальный по мне. Так что могу себе позволить здесь побаловать. Куда ты тут? Закрутился. Закрутился, завертелся. Ты заплатишь за это? Ну, это вряд ли. А вот ты как раз поплатился за это своей жизнью, Дэн Рао. Надеюсь, больше я с тобой не увижусь. Ну что, ребята, победа за нами. Так, мы сейчас... Ага. Подросли маленько по уровню. Ну, получаем свои крохи. Опа, перо ястреба, это хорошо. Так, шипы муравьи. Доспех с меховой оторочкой. Ну что ж, давайте, наверное, посмотрим. Ну и что же мне дадут? Ага, 20 теневой энергии. Ну что ж, ребята, продолжаем тогда. Дэн Рао еще жив? Я прямо сейчас отправлю его в колодец. Оттуда еще никто не выбирался, говорит сержант. Как хорошо, что я нашел вас. Джун и Мойра живы. Я видел их, они в тронном зале. И вокруг них полно вестников. Вестники в тронном зале Легиона? Впрочем, я уже ничему не удивляюсь. Это правильно, Маркус. В мои времена существовал тайный ход из тронного зала, предназначенный для королей. Давайте проверим, сохранился ли он. Я только за.
Ну что же, ребята, давайте активируем, наверное, обычный сундук и побежим. Так, экипировочка. Так, давайте-ка вот здесь мы поставим укус стрекозы. Вот так вот. Ну, в принципе, больше нам здесь менять и нечего. Конечно, хотелось бы мне взять другую броню, другой тюрбан, но не могу, ребята, себе этого позволить, к сожалению. Вы, как вы? Этот охранник выпустил вас? Ты ничему не учишься, сержант. Нужно было казнить тебя еще тогда. Ваше Величество, я видел достаточно. Заветы Легиона преданы. Как это вы допустили, что здесь делают вестники? Это моя охрана. И не тебе судить меня. У твоих драгоценных старейшин всегда была только одна сфера на уме. Ты искал славы в землях династии, а мы были беззащитны перед теневыми тварями. И только мастер Бола помог нам взять их. Ах, вот ты как. Так, сразитесь с наблюдателями, да? Старшая сестра сюжет. Поехали, ребята. Будем рвать их нафиг. Ничего себе она, да? Взять их, ладно. Это непростительно. Наблюдатель Бола. Так, что за прыщ? Так, поехали, ребят. Короче, будем также делать по спаму. Только спам нам здесь поможет. Ёпрсте. Интересно, он слишком хорош? Да нет, ой, как же ему не повезло. Но здоровье, ребята, отнимается у него очень медленно, блин. Тихо ты. Раскипишевался тут. Так. Да чтоб тебя. Ребята, блокирует он мои удары, вы представляете? Да, и при этом он еще меня бросает. Так, хорошо. Мы оба, ребята, в теневухе. Блин, подожди. Фу, повезло. Уже дважды он мне хотел садануть своей катаной. Опачки, а вот это было... А вот это уже подло. На. Ха-ха. Ну что, добивочный? А? Есть, я уж думал, блин, не пробьем. Но пробили, как видите. Первый раунд за мной. Наблюдатель Бола. Слушайте, а Бола... А, так мы же его победили. Это, по-моему, второй босс, да? Который у нас был по сюжету. Поехали. Так, пока идем довольно неплохо, ребята. Ёкламане. Ладно, это терпимо. Это тоже терпимо. Ха, каратист хренов. На. Валяйся тут. В грязи, в пыли. Слушайте, я хочу у него... катану выбить из рук. Получится, нет? Нифига не получится, наверное, да? Да-да-да, конечно. Ага. Губёшки-то раскатил, родной мой. Блин, у него такие же, да, стрелы? То есть укус стрекозы, блин. Так. Слушайте, ну я думаю, что... Вот, зараза. Я думаю, что я его сейчас все-таки добью, ребят. Сейчас, если теневуха у меня подоспеет... Опс, тихо. Блин, да ты достал уже в самом деле, там уже своими бросками. Так. Вот он этот удар, ребята. Я ждал пробитие брони. Тихо, не надо тут мельтешить перед глазами. Как смерть, знаете. Последнее видение. Ну что же, ребята, наблюдатель Бола у нас отдуплился. И мы, соответственно, с вами будем двигаться дальше. Ох ты, еще, наверное, один раунд, да? Один бой, и мы с вами получим 18 уровень. Так, муравьишки-шипы. Ограничители — это редкие электромины. Теневая энергия. Ну, думаю, что больше мы не будем смотреть. Так что давайте продолжать. Похоже, наблюдатели мастера Бола не справились. Значит, я лично позабочусь, чтобы вы не помешали ему. Вы посмотрите на нее, а, ребята, вот эта королева. Что она такая вся? Сестра, что с тобой стало? Твое тело, оно не настоящее. Оно как у моих кукол. Мастер Бола усовершенствовал мое тело. Теперь я буду жить вечно. Скверна не сможет мне навредить. О-оу. Да, ребята, я представляю, что нас ждет впереди. Ну что же, поехали, не будем, как говорится, откладывать все.
Иоланда, одумайся, это хорошие люди. Скажи им, где тень, и подпиши мирный договор с Джун. Если вы позволите, девчонка права. Эти чужаки только что помогли нам разгромить династов. В самом деле? Тогда ты, принцесса династии, бесполезный трофей. Умри! Опа, поехали, ребята. В бой, безумно. Кукла-босс, победи королеву легиона. Поехали. Погоди, ты не надел свое лучшее снаряжение, блин. Ну давай посмотрим, что у нас там. Меч, клич проклятого. Ребят, ну я с ним далеко не уйду, это вот факт. Я лучше возьму свою, наверное, глефу. Пускай она слабее, да, я не спорю. Но у него есть тройной выпад. А у этого меча, ну, кто им не дрался, тот, наверное, не поймет. Я все-таки оставлю лучше глефу. Так что, ребята, давайте, как говорится, понеслась. Так, в бой. Да елки-палки, да не нужно мне, блин, твоя экипировка. Поехали. Сейчас нам предстоит драться с королевой Иолантой, да, значит? Она у нас как кукла. Кукла-босс. Йоу, нифига. Че у нее там сзади-то? Отойди, ты мешаешь. Это мешаешь ты мне. Ребята, будем делать чисто спам. Я не знаю, что этот босс из себя представляет. Оп, тихо. Блин, а я думал, что эта ловушка меня... Нифига. Тихо ты. Блин, ребята, она жесткая какая-то. Почему у нее наверху здоровье... Оу, она еще и хиляется. Автохил, что ли, у нее стоит? Так, ребята, блин. А вот это жесть. И как мне ее бомбить? Ой-ой-ой-ой-ой. Как она меня подрезала сейчас. Даже не хочу видеть, какой у нее теневой удар. Ребята, не хочу этого видеть. Да ты сдохнешь или нет, блин, а? Иоланда. Опс, 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 нормуль. О, пошло, 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 ребята, уменьшаться здоровье. И опять она... Да ну нафиг! Это как так? На-ка, получи. Что это был за звук? Ах, вот оно что. Ребята, я, кажется, понял, как надо бить босса теневыми ударами. По крайней мере, они довольно хорошо наносят урон. Посмотрите, как я бомблю, бомблю, и ничего у меня не получается. Хотя нет, вроде бы получается. Так. Тебе просто повезло, орет она, да? Тихо. Опс. Слушайте, ну, как вам сказать? 50 на 50. Ладно, первая победа за мной. Давайте смотреть, что будет дальше у нас. Будем спамить, я думаю, что хорошо. Короче, у меня такой, ребята, план. Сейчас мы ее будем потихонечку вот так наказывать и копить на теневой удар. А потом сразу будем его применять. Так, отлично, давайте. Опс. Ну-ка. Да-да-да, ребята, именно то, что нужно. Да, я был прав, все-таки теневухи. Она боится теневухи. Так, иди сюда, мерзость. Так, ну а теперь уже будем просто бомбить ее. Слушайте, ну у нее здоровье все равно... Ой-ой-ой-ой-ой, восстанавливается. Так. Блин, улизнула. Улизнула она из-под моей глефы. Ай, напоролся, блин. Нифига меня там проколбасило, так скажем. Тихо ты, выделывается. Она хотела меня своими камами задеть, да? Нет, роднуля. Ух ты. Понеслась. Слушайте, ребята, скорее всего, я сейчас вырублю. Ну, один удар остался. Ха-ха. Слушайте, 2-0. Идем вообще великолепно. Мне нравится. Слушайте, давайте еще разочек вот так вот сыграем четко, и все будет зашибись у нас. Королева Иоланда. Тьфу на тебя. На-ка, выкуси. Так. Ждем, ребята, теневой удар, как я вам и говорил. Так, она тоже теневуху врубила. Не надо дергаться, пожалуйста. Давай без дергания, а? Так, хорошо. Давайте прыжок теперь. Ох ты. Еще раз гарпунчик наш. Мне было страшно, говорит она.
А мне плевать. Понеслась. Все, ребята, чисто спамим. Блин, да как же она так здоровье себе восстанавливает? А моментально причем, ребят. Что за фигня, не понимаю. Ой, ой-ой-ой. Тебе не понять. Что мне не понять? Мне не понять, как тебя прибить. Оу. О-оу. Так, погоди-ка, погоди-ка, ребят, у нас... Блин, не подходит, зараза, смотри. Стоит. Слушай, я боюсь к ней подходить, она, наверное, звезданет. Нет, 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 ну зачем же так надо было, блин, вляпаться в эту мину. Электромина гребаная. Ладно, хорошо. Завалила, короче, меня. На халяву, так скажем даже. Поехали. Оп, да ладно. Так. О, началось, а. По большому счету, она здесь ничего не может сделать, вот когда ее спамишь. Или может. Ага, не тут-то было. Я в блоке простоял. Оп-оп-оп. Отлично, ребята. Так. Ой, я промазал, ё-моё. Вот это, наверное, ребята, роковая ошибка моя была. Так. Слушайте, хотя нет. Выравниваемся, ребятушки, выравниваемся. Ну что, давайте теперь. Теперь-то, надеюсь, мы ее добьем. Эй! Блин, я думал, что мы попали, а нифига себе. Она пробила. Тихо! Не надо вякать здесь. Все, последние удары, ребят, последние удары. И... Ну что я вам могу сказать? Не такой уж и сложный, в принципе-то, босс. Так, победа, конечно же, за нами победа, ребят. Но мне понравился, честно говоря, боссик. Такой специфический. Да, ребята, мы с вами получаем новый 18 уровень. Ну, с деньгами, конечно, тут 555. Ага, ограничители. О, легендарный спецприем. Кусаригама. Так, бирюзовый мундир. И все, да? А, нет, 15 теневухи. Ну, это мы с вами пропустим. Так. И если бы ты была больна скверной, ты бы уже давно превратилась в теневую тварь. Бул обманул тебя. Опять же, с какой-то выгодой, да? Но мастер говорил, что я могу жить только за счет этих механизмов. Тогда зачем он все это сделал? Наколол он тебя, вот что. Сделал куклу какую-то. Ты знаешь, где сейчас тень? Мы ищем его, чтобы он уничтожил теневой разум. Думаю, именно эта сущность управляет тварями. Тень? Он пропал много лет назад. Знаете склеп, где похоронена его возлюбленная Мэй? Нет, не знаем. Мэй погибла, когда напали твари. Тень спас нас, а ее спасти не смог. И однажды он зашел в этот склеп и не вернулся. Да? Вот это уже интересно. Так, ребят, ну что, поехали. Так, никакой дуэли, давайте-ка, наверное, мы... Это вход в склеп, но внутрь я не пойду. Никто, кроме служителей Бола, не может там находиться. Кукла права. Внутри склепа мощная теневая аномалия. Служители давно потеряли разум и очень агрессивны. Оставь спутников снаружи. Для них опасно теневое излучение такой силы. А вот мы — другое дело. Потомок тени. Идем. Оу, тайна склепа, ребята, у нас. Безумно. Поехали. Да не нужна мне твоя экипировка, Иту. Ты достал уже, вот серьезно тебе говорю. Ладушки, очередной бой. Раунд один. Служитель склепа. Ага. С Нагинатой, да, значит? Опс, тихо. Да вы достали, что у них за мода пошла? Мины эти ставить везде. Упс, ой-ой-ой-ой-ой. Зашибись, я ничего не могу другого сказать. Так, ребята, у него очень мало отнимается здоровья. Да, от моего тройного выпада. Слушайте, тут главное не подставляться. Если что, будем стоять в блоке, пофиг. Пускай бьет, но помаленьку. У него теневуха. Не-н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 ет-нет-нет. Так, полежи маленько. Поехали. Теневой, это очень плохо. А он сейчас закончится у него, замечательно. Угу. Любитель подраться ногами, да, значит? Понял я его.
Слушайте, возле стенки, ну да, я так и понял, что это бесполезно. Слушайте, какой он тугой, а, ребята, вы посмотрите только. Так, ну, как-никак, все-таки безумно. Да иди ты в пень. Блин, он еще и блокируется. Он блокируется, причем... Ага, пробил его. Ну, давай под удар. Отлично, ребята. Оп. И прыжочек, я думаю, его убьет. Да. Вот так вот. Ну что же, 1-0 в мою пользу. Ну я вам скажу, ребята, действительно он тугой. Его так легко не пробить. Он блокирует удары. То есть такой довольно живучий чувак. Служитель склепа. И причем у него очень мощные атаки. То есть стоит пропустить, как пол хп у тебя уже не будет. Так, поэтому не будем ему позволять этого дела делать. Так, от стенки до стенки. От стенки до стенки будем, как всегда, ребята. Тихо! Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, я так не договорился, я так не играю. Блин, вот зараза. Фу. Блин, ну как же они вот уворачиваются, а? У меня вот сколько раз, ребята, я пробовал, не получается, чтобы вот так вот легко взять и увернуться. Оу! Все, родной, все. Все, твоя песенка спета, ты потерял свое оружие, ты не великий самурай и не служитель, блин, склепа. Ты так, лакмусовая тряпочка, блин, или бумажка, что там у нас, бумажка, по-моему, да? Опс, а вот это он мне сейчас по щам-то дал, хорошо. Так, такого больше нельзя позволять ему делать. Так, лежит. Решил, ребята, он отдохнуть, видите ли, да? Прям в процессе боя. Блин, вырвался. Ну вы посмотрите, ребят, я его от стенки до стенки гоняю, как этот, как футбольный мяч. Тихо, блин, вырвался. Так, у меня теневой накопился. Е! Попал же, да? Попал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Пшел от меня. Так, ребят, давайте, опс. А он готов, все. Он труп. Слушайте, довольно хорошо у нас получилось. Теневая, как говорится, сработала вовремя. В общем, победа за нами. Так, мы получаем с вами, ну, сколько еще? Наверное, боев 5, и у нас будет новый уровень. Так, капюшон служителя, робо-старейшины, теневая энергия. Ну, а это, естественно, мы пропускаем. Плюс 20 теневухи. Ну что, ребята, как обычно, меня выкинуло из игры. Так, забираем награду. Надоело вот это вот, честно говоря, вот эти вот вылеты непонятные по какой причине. Так, ладно, мы с вами продолжаем. Глава 6 у нас нормально. Несколько лет тень ломал голову, как заставить меня умереть. Его злоба была бессильной. Он был воином, а не ученым. Так как тень победил моих тварей, местные жители поклонялись ему и ненавидели меня так же, как и он. Так родился легион. Вместе с сильнейшими легионерами тень отправился на поиски теневого меча, о котором начали ходить слухи в то время. Как оказалось, хозяином меча был принц из соседних земель. Так, первая стрела, сюжет, бой за императора. Уровень сложности нормально. Так, ну что же, ребята, давайте посмотрим, что это такое у нас. Бой за императора, сила снаряжения не влияет на бой. Понятно, а что за император-то? Будущий император, воин ночи, понял. Так, у нас сабелька, значит, да? Хе-хе-хе, что там, капканы ставят? Так, ну что ж, давайте. Ага, дудки. Так, выдержал удар, гаденыш. Нам туда лучше не идти. Пускай он сам к нам подходит. И мы уже будем вот здесь его вот так вот встречать. Ласково и болезненно. Да иди ты в пень, а. Ой-ой-ой, в нос прям коленом-то. А? Как тебе? Ох, хорошо, мы его еще, ребята, при этом травим. Да-да-да, он, видите, в отравлении стоит. Так, ой, он меня оглушил. Он меня оглушил, ха. Мы успели выйти. Слушайте, но довольно легко идет. Сейчас мы его, наверное, добьем. Да тихо ты, блин, оглушает, гад. Опачки, а это что сейчас такое было? Ну-ка,
Оп, готов. Уноси готовенького. Кто на новенького? Давай, следующего мне. Сюда, срочно. Раунд 2, ребята. Сосунок. Ха-ха-ха. Начали? Конечно, начали. Начали и ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, это простительно. Блин, а вот это я уже не прощу. Коленкой в переносицу это... Так. Смотрите, ребята, в блоке встает. Так, нормуль. Ой-ой-ой. Слушайте, ну у него какие-то удары уж. Блин, то ударяет, то бросает. Пошел ты знаешь куда. Хлыщ. Вот так вот. Взяли свое. Ну. Давай, что ты будешь делать? Это гад. Подходит, подходит и капканчик обязательно ставит свой. А я не, в него не могу сюрикен никак свой засандалить. Тихо. Ой, тихонько, тихонько. Император, не надо тут баловать. Давай, делай все аккуратненько. Достал он со своим капканом, а. Не тут-то было. Ой. Слушайте, ребят, ну я так понял, что вот этот вот удар, фу, если под него попасть, ну это просто жопа полная. И он просто накрывает нас. Ё-моё, ладно, 1-1. Поехали. Так, будем аккуратненько. Так. Попался, как говорится, да, ребята? Смотрите, ну что, четверть, почти четверть хп отняли. От комбы. Угу. Ай. Вот он, ребята, этот удар был. Так, я надеюсь, он больше его не повторит. Как же ты достала со своим капканом, действительно. Так, ловить надо его, ребята, его надо подлавливать. Нахрапом не взять. Так, ой-ой-ой-ой, зря. Зря было. Кстати, ребята, вот когда он лежит, да. Я и хотел сказать, как он только встает, надо делать обязательно вот свою комбу, и тогда она обязательно пробьет его. Ну что же, мы победили здесь. И у нас сейчас... Ну что же, почти, ребята, 19 уровень. Грубо говоря, половина 19 уровня. Так, что у нас тут по деньгам? Ох ты, изящная катана. Прототипы какие-то у нас. Так, и карточка, мы ее смотреть не будем. Хе. Ну что, будет разговор? Увидев оружие принца, тень понадеялся, что этот искусный народ сможет найти способ моего уничтожения. Тень потребовал встречи с отцом принца и попросил его о помощи в изучении сферы. Так был построен храм сферы. Молодой принц стал первой стрелой, хранителем сферы и впоследствии императором. А, мы сейчас дрались, ребята, за императора, помните? Ну, когда-то мы его убили с вами, когда он превратился в существо. Я страдал в плену, и я искушал многих ради свободы, но все они были так же слабы, как твоя подруга, принцесса династии. А я искал невиданную душу, равную моей, которая смогла бы вместить меня и не покориться мне. Второй и третий стрелами стали телохранитель императора по имени Галин и мастер теневого оружия Бола. Мой выбор пал на Галина. Вскоре представился случай. Злоумышленник похитил сферу. Вторая стрела, ребята, сюжет, бой за Галина. Ну что же, давайте смотреть. Одним словом, короче, здесь соединили вообще всех боссов, я так понял, со всей игры. И как бы рассказывают нам предысторию. Так, телохранитель Галин против похитителя. Слушайте, как-то мне так немножко неудобно. Ого! Ты чё, блин, сынок? Ух! Да ну нафиг! Вот это да. Вот это он меня расколбасил. И что же мне тогда теперь делать? Нет, я, конечно, буду пытаться, но... Это... Какой-то фарш какой-то. Галин, елки-палки. Спит. Его уже атакует, он спит все. Так, ладно, ребят. Если мы будем с вами очень действовать аккуратненько. Кстати, да, он, смотрите, не любит подсечки мои любимые, кстати. Куда, родной, куда? Так, попался, да? Попался. Да ядрен батон. Ага.
Слушайте, главное здесь... Блин, посмотри. Посмотри, какой шум. Да ты достал, ты... Я как юла туда-сюда. Тихо. Попался, родной. Ну что, пора, наверное, добивать его. И... Ба-бам. Так, ну ладно. С горем пополам. Ребята, мы сравняли счет. А теперь, как говорится, либо я, либо он. Я думаю, что все-таки буду я. Не будь я телохранителем Галин. Ай-яй-яй, подловил. Так, не спешим, ребята, не спешим. Оп-оп. Блин, вот это он мне прописал сейчас. Так, шикарно. Почти, ребята, у нас одинаково с ним здоровье. Так-так-так-так. Ой, блин, вот это была моя грубейшая ошибка сейчас. Ну-ка. Ой-ой-ой, по ногам. Блин, по-моему... Фу, блин, смотрите. Да ладно, неужели? Этикс! Ребят, ну, честно вам скажу, здесь просто мне фартануло. Ну, вы сами прекрасно видели, как тут все получилось. Ну, тем не менее, мы победили, и поэтому... Так, ага. Еще немножко продвинулись. Ну, деньжат здесь не так много, сколько мы. Оу, нунчаки... Робо-старейшины. Хорошо. Нунчаки, кстати, это новый предмет. Галина опьянила теневая сила, которую я ему дал. Я обещал ему еще больше, если он разобьет сферу, но он отказался. В ту же ночь Галин явился к императору и заявил, что тень заблуждается и уничтожить меня нельзя. Галин объяснил повелителю, что в сфере я могу послужить людям, и что стрелы должны любой ценой удерживать меня внутри. Моей последней надеждой стал Бола, третья стрела. Ага. Так, неужели мы сейчас будем драться с Бола, или же все-таки нет? Кстати, глава 6 у нас сложная, ребята. Бола знал, что не годится для слияния со мной, что я держу верх над ним, и все же он хотел мою силу и мои знания. Вместить меня мог только тень, который меня ненавидел. Бола стал следить за тенью, чтобы понять источник его силы. Тень иногда посещал склеп, чтобы оплакать Мэй. Попав сюда, Бола увидел, что ее могила истощает теневую энергию. И тут он заметил странно одетого незнакомца, который попытался бежать. Так, третья стрела, сюжет, бой за Бола, ребята. Уровень сложно. Так, оу, Бола, еще молодой, ё-моё. Так, он у нас, ага, с посохом, понял, ребята. Так, а это что за хрень тут? Не знаю, что это такое, но незнакомец меня бесит. Он такой вообще. Слушайте, ну, судя по тому, как он разбирается, это, ребята, ой, пардонче. Иди ты в пень. Вот раздухарился-то. Так, блин, бросил, гад. Ну-ка, ага, не нравится. Я вижу, что ему не нравится, ребят. Так, надо добивать. Не добили. Эть. Есть. Такой щелчок, еще чпок, и отлетел, чувак. Ладно, первая победа за нами. Ребята, у меня теневая энергия накопилась, так что я, наверное... Хотя у этого посоха такая она дурацкая, а. Да-да-да, но я попробую все равно выпустить ее. Тихо, тихо, не надо. Поехали. Блин, хреново, очень мало отнимает. Так, ладно. Давай еще разочек, наверное. Ну? Ну, разок его. Ого. Так, ребята. Ой. Ногами давайте попробуем, я не знаю. Сможем ли... Ах ты, хитрожопый. Так, он там свои мины понаставил, да? Ай-яй-яй. Он, ребята, в блок встает почему-то. Причем постоянно. Пробил я его все-таки. Подловил даже, я бы сказал. Так. Ай-яй-яй, бросок. Бросок через яйцо, это плохо. Так, тихонько. Ну-ну-ну-ну-ну, успокойся. Я, короче, ребята, выжидаю подходящего момента. Ё-моё, пока я сейчас довыжидаюсь, по-моему, он меня сейчас шибанет.
Так, ловим. Ага. Да блин, ты достал уже в блоке-то стоять, а? Говнюк. Е-е-е. Ой, не надо, теневой, не надо. Есть. Все, ребята. Он, кстати, сам себя подвел, когда стал переходить в теневой удар. Ну, а мы в свое время продвигаемся, ребятушки, дальше. Ох, немножечко еще осталось, и мы получим 19 уровень. Так, комбо. Ага, доспех с меховой оторочкой. Ух ты, парные лезвия, ребята, нифига. И теневая энергия. Все, понятно. Блин, мечи прикольные. Победив незнакомца, Бола расспросил его. Незнакомец признался, что прибыл из будущего и указал на могилу Мэй. Ничего себе. Бола понял, что могила стала порталом сквозь время. Он рассказал это тени, и тот потерял всякий интерес к храму сферы. Тень ушел в портал, чтобы найти в будущем способ воскресить Мэй. Увы, он нашел там нечто большее. Я один знаю, что собирается сделать тень. Уничтожить этот мир, чтобы создать новый, другой мир, в котором Мэй жива. Ё-просоте. Что? Глава 6 невозможно? Так, ладно, ребят, давайте. А что мы можем здесь? Блин, ну я не хочу эту трихомудию брать, вот честно вам говорю. Не хочу. Блин, мне этот бесит все. Вот нунчаки бесит меня и катана бесит. Нет, я все-таки, наверное, оставлю глефу. Ну это вот, блин, я не знаю, ребят. Улучшать, не хочу я улучшать. Нет. Нет, это, блин, мне кажется, это бесполезно, ребят. Ну, с этим мечом, кто дрался, тот, наверное, поймет меня. Давайте поставим обратно, блин, глефу. Фиг с ним, по крайней мере, нам нужно посмотреть. Ну, единственное, что... Так, я могу улучшить. Оу. Это хорошо, давайте тогда еще раз. Ха-ха. Так у меня теперь глефа, ядрен батон, супер-пупер стала. Ведь так... Так, подожди-ка, почему она не на первом месте тогда стоит, а? Не могу понять. 4000 мощей у нее. Ага. Ладно, ребят, все равно она у меня сейчас топовая стала, глефа. Хоть и не на первом месте почему-то стоит. Так. Какая дуэль? Мне все так и тянет дуэль нажать. Мэй погибла от руки тени и в результате его действий, а он винит во всем меня. Если бы тень признал свою вину и принял меня, он бы стал равен богам. Он даже смог бы вернуть Мэй. Все, кто тебе дорог, погибнут из-за эгоизма тени. Но я знаю способ остановить его. Мы отправимся за ним в портал. Но портал убьет тебя, если мы не соединимся. Ты – та душа, которую я искал. Победи меня, и я проведу тебя сквозь время. Так, идеальное слияние, босс, противник в теневой форме. Хорошо, давайте посмотрим. Но невозможно написано. Так, теневой разум. Ого, нифига он. Ты сильнее тени? Не знаю. Пей мою энергию. А как, интересно, я ее должен пить? Слушай, а что за... А что за фигня, ребята? Он бессмертный. Так, я не понял. А как с тобой драться-то? Бля, погоди, я не врубился что-то по... Ага, время ждать. Тут бесконечно время у нас, ребята. Я хотел, думал, может быть, раунд, знаете, на время, как обычно. Нифига. Что делать-то надо с ним, а? Эти удары вообще для него это ересь. Единственное, что ему наносит урон, это теневые удары. Да и то, как я понимаю, не все. Так, ну вот прыжок, ну это так мало. Ага, вот еще иглы. Да ну нафиг, ты посмотри. Ты видел? Называется, он мне сейчас удар сделал. Ну и как? Как я с ним должен драться-то? Эй, ребята, что за хрень? Крит в голову. Пей, говорит, мою энергию. Как ее пить? Не знаю, я же не могу высасывать же ничего тут. Нет.
Блин, вот это жесть. Ну, ребята, посмотрите, у него теневого удара нету. Как-то не странно. Нахрена я начал вот ногами тут бултыхать, а? Да. Короче, первый раунд за ним. Я боюсь, что все раунды будут за ним, потому что я просто не могу понять, как его убить. Вот честно скажу, я не знаю, что такое боль. Видите, он не знает. Да ёпрасоте. Он не знает, что такое боль. То есть физический урон для него — это фигня полная. Так, ладно. В общем, у меня в голове созревает только одна идея. Но честно вам скажу, я не знаю, как ее надо будет реализовать. То есть он боится именно теневых ударов, так? Так. Опс, ой. Блин, продолжай сражаться, еще прикалывается надо мной. В общем, короче, накапливаешь теневую энергию и бьешь теневухой. Но при этом ты еще должен избежать ударов от него. Иначе, как вы видите, 2-3 удара, и все, и ты готов. Нет, может быть, ребята, которые у нас супер-пупер там прокачаны, в охрененной броне, смогут его как-то одолеть. Но я пока не знаю. Это какой-то бесполезняк. Просто бесполезняк. Слушайте, я, наверное, ребята, буду на этом завершать эту серию. Потому что, ну, сами видите, это бесполезно. Мы, конечно же, с вами обязательно увидимся в следующей серии. Может быть, кто-то уже пройдет его, и я посмотрю, как, и тогда тоже пройду. А пока я даже не знаю, что с ним делать. Охо-хо-хо-хо. Ты ждешь от меня помощи? Подсказки? Не в этот раз. Ты сильнее меня, и ты это знаешь. Не сдавайся. Угу, не сдавайся.